Здравствуйте, 16 октября, 23 лунный день. Сзади бархат свадь с элементом ветра, стихии воды. День священнослужителей, благоприятный для обучения высшим знаниям, давать наставления, принимать учения, обеты, размышления, медитации, печатание книг, определять место строительства, обращение Буддам, Бодхисаттам, ритуалы омовения, освящение, работы с железом, обучение высшим и точным знаниям, сатасте, устранение негатива, благоприятен. Ребенок родится в этот день, будет наделен стремлением к высоким целям, мудрым, нравственным, будет иметь желание помочь всем живым существам. Стрижка волос к достатку. День неблагоприятен переправляться через большие реки, ловить рыбу, бурение скважин неблагоприятен. Благоприятен для людей, родящих год, мыши дракона, неблагоприятен годам, змеи, синий тигра. И в Лубинском Цукчун Дуане Хорал Йом Нити До Дигалсан Сутра Будды Майни Дуане Сунды Чуд Дуане Таван Харува на абхазском языке. Будьте полезными!